Хотите, я расскажу вам одну интимную историю? Я могу рассказать. Раз у нас такие темы, короче, у меня один раз было с одним парнем, и во время этого он рассказывал мне о кошках в космосе. Он рассказывал мне, что он представлял кошек в космосе, то, что как бы им там было, то, что кошки вообще такие создания. Я в этот момент такая, типа, все окей. Вот, все типа норм, ну, как бы, блин, может, не сейчас. И он такой, да какая разница, все равно. Как бы, что нам потом об этом разговаривать? Я говорю, ну тебе типа что, совсем неинтересный процесс? Он такой, нет, все нормально. И дальше продолжил.